Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Алекса Хантера, третий сезон. И сразу в начале серии хотел бы ответить на некоторые вопросы, которые были в комментариях. Я обычно записываю просто серии чуть наперед, поэтому отвечаю с небольшим запозданием. По поводу, ребята, серверов и сохранений с 18 части, почему не получилось это сделать? Вот вы сейчас видите сверху, что подключитесь заново, сервера не работают, я нажимаю соединиться, и мне пишет, сервера в данный момент недоступны. То же самое было и в 18 части, это работало просто раз через раз. Я на это повлиять никак не могу. Сейчас при заходе в игру, мне, кстати говоря, от Electronic Arts написало, что 6 ноября 23 года в 19 части они в принципе отключат сервера и Ultimate Team не будет работать. Так что в 18 части они, значит, уже их отключили, следовательно, именно поэтому я не мог начать сохранение с нашей прошлой части, с нашими выборами ответа. Многие мне писали, ты просто их не загрузил. Там, ребят, изначально была менюшка, сохраненные данные выключены. Если бы сохранения подгрузились с работающими серверами, то плашку можно было бы переключать на включить. И мне бы сразу показало мои сохранения с прошлой части, что я могу продолжить. Но этого не было, это от меня никак не зависит. Также, что касается по голосу в игре, ребята, я его тоже не могу никак регулировать. Он сделан довольно тихо на фоне даже игровой музыки, которую я часто перекрываю, поэтому иногда получается так, что музыка звучит громче, чем голоса. Я не могу тоже это выровнять, потому что голоса изначально по умолчанию сделаны так. В общем, у Electronic Arts всегда все сделано через одно место. Вы поддержите видосик своим лайком. Если новенький, подписывайтесь на канал, залетайте в телегу, ссылочка в закрепленном комментарии. Ну а мы, ребята, продолжаем. И у нас после прошлой серии идет выбор, за кого мы хотим играть. За Алекса Хантера, за Дэнни Уильямса или за Ким Хантер. Но, ребят, поскольку все-таки мы начинали за Хантера, это карьера Хантера, я выберу именно его. Пресс-центр клуба Реал Мадрид. Все-таки трансфер состоялся. Биа нас не обманула. Она сказала, что нужно немножко подождать. Нам важен ударный старт в обоих турнирах. И мы все свершится. Мы подписали с Алексом Хантером контракт на 5 лет. Так и произошло. Что Алекс станет ключевым игроком Реала и обеспечит нам сильную игру в атаке. В очередном уверенно успешном сезоне. А главный тренер снова не разговаривает, я так понимаю, да? И вот контракт. Ручка, Алекс Хантер. И он ставит подпись. К третьему сезону это все-таки произошло. Опять-таки, друзья, это не мой выбор, это сюжет. Но сбылась мечта Алекса Хантера. Выступить перед прессой. Давайте мечту детства скажем. Это честь быть здесь. Когда я был мальчишкой, я мечтал об этом моменте. Я благодарен тренеру. И говорю всем фанатам, я сделаю все, чтобы помочь команде вписать новую главу в блестящую историю великого клуба. Ала Мадрид. Алекс, por favor, прошу. Алекс, вы уже показали, на что способны в нескольких крупных клубах. Но как вы справитесь с таким прессингом? Ведь это Реал Мадрид, самый известный клуб мира. И его болельщики каждый год ожидают победы в Лиге Чемпионов. Такой прессинг меня совершенно не волнует. Думаю, я доказал это своей карьерой. Победа в Лиге Чемпионов – мечта любого игрока, и я намерен добавить ее в свою коллекцию. Надеюсь, мне удастся доказать всем, что я один из лучших игроков Европы. А как вам кажется, вы сможете оставить свой след в этом клубе, учитывая уровень игроков, с которыми придется конкурировать? Конечно, я надеюсь оставить свой след. Такова моя главная цель. Я готов отдать все, чтобы выиграть свой первый трофей, выступая за этот клуб. Прошу, прошу, улыбитесь. Спасибо. Футбол.
У нас есть новые сообщения. Лучшие спортсмены должны играть за лучшие клубы, Хантер. У меня воображение разыгралось, или Алекс Хантер снова сменил клуб? Да, у Алекса Хантера есть потенциал, но чтобы завоевать трофеи, нам нужен опыт. Итак, мы подписали Хантер, и не знаю, радоваться или нет. Замолви за меня словечко в Реале, Алекс Хантер. Мой брат Хантер играет за Реал. Да, ребята, свершилась мечта Хантера. Давайте смотреть, что ждет нас дальше. Перед этим взглянем на задачи второй главы. Они пока все скрыты. Ну что, продолжаем. В режиме «История чемпиона» доступно три героя, у каждого из которых собственный путь. Вы можете переключаться между ними в любой момент. Оптимальным является рекомендуемый путь. Переключайтесь на историю рекомендуемого героя и при появлении соответствующего индикатора. Ага, компас появляется над головой, значит, нам надо переключиться на другого героя. Ну что, тоже интересно. Дегамус. Судьба зовет. Тренировочная база мадридского Реала. Главное, голову не терять. Алекс, что такое? Два года назад я был парнем без контракта. А теперь мне говорят, что я второй Роналду. Это как сон. Понимаешь? Алекс, ты восходящая звезда. Братан, все так быстро закрутилось. Вспомни, как ты справился на пресс-конференции. Какой профессионализм и зрелость суждений. Ты произвел впечатление на тренера, даже не ударив по мячу. Все, что от тебя требуется, это выйти на поле и показать класс. Примере. Тони Кросс, Серхио Рамос, Марсело, Бензема, Бейл, Варан. А в Лиге чемпионов должны доказать, что наш клуб величайший из всех, какие знал этот турнир. Ну, будем надеяться, что так и будет. Нам важен ударный старт в обоих турнирах. Так что за работу. Интересно, сколько здесь можно выиграть трофеев? Добро пожаловать. Спасибо. А я Джо. Рад знакомству. Алекс, это наши тренеры, будешь с ними работать. Вот этот Джо, это стандартный тренер из FIFA. Я тут с вами. Мы хотим тебе помочь понять, что такое Реал Мадрид. Сперва матч 11-11. Антон и Джо будут на разных сторонах. Ты по тайму с каждой. Окей. Хорошо? Давайте, ребят, попробуем показать себя. Сейчас важно закрепиться в основе. Показать, что мы можем забивать и можем играть в любом составе, в котором бы нас не поставили. Тренировка 11-11. Реал против Реала. Мы начинаем за зеленых, да? Поехали. Нам нужно притереться к новым партнерам. Я всегда это говорил. В новых командах очень важно сыграться с теми, с кем ты выходишь на футбольное поле. Хантер. И можно подавать штрафную. Подача есть, но там, ребята... Кейлор Навас. Классный пас Хантера. Удар по воротам ближний, не забиваем. Удар есть, и снова Навас. А что там, нарушение? Чё, пенальти? Серьезно? Или штрафной? Показывают нам Серхио Рамоса. Ну, попал он, ребята, Адриасоли по ноге. И это 11-метровый. Модрич. Вот так вот реализуют пенальти, ребята. Лука Модрич, 27-я минута. Асенсио, удар по воротам. Но нет, там уже, ребята, кстати говоря, Тибо Куртуа. Теперь у нас начинаются вторые 45 минут. Первые мы показали не очень много. Посмотрим, что получится во втором составе. У нас позиция центрального форварда. Классная передача. Ну же и дальше простреливай, штанга. Вот это был очень хороший момент. Хантер. Почти заскочил в штрафную. И это серьезно, даже не плюс. Отняли рейтинг. Перевод налево, классный. А вот теперь навес на Хантера. Нет, он пошел дальше на Гарта Бейла. 15 минут до конца. Ну, Бейл, куда ты выбрасываешь? Подача, удар. Асенсио забивает.
Ну, выиграли мы там и тут, но, к сожалению, Хантер не участвовал в забитых голах. Давай, Хантер, давай, ну... Тяжело, тяжело, Хантер несется на ворота соперника, бьет по воротам, добить, не попал. По-моему, Асенсио там был. Выберите группу наставников. Здесь Лука Модрич, Марсело, Тони Кросс, Варан, Иско, Серхио Рамос, Асенсио, Гаррет Бейл, Казимира и Карвахаль. Ну, я, наверное, выберу вот эту пару, потому что здесь мне больше нравится Модрич, Тони Кросс, которые как раз-таки с нами будут взаимодействовать. И здесь именно упор на атаку и контроль мяча. Буэно. Значит, решено. Атака – лучший способ защиты. Футбольный факт. Полностью согласен. Голы – это только старт для великого бомбардира. Умение увести за собой защитника, выносливость для прорыва, даже в конце игры, не менее важны. На протяжении всех трех сезонов я как раз-таки, ребят, и говорю о том, что нападающий — это не только забитые голы. Нападающий — это игра в атаке в целом. И если ты можешь создавать моменты, где твои напарники будут забивать, и это будет приносить победы, то это тоже очень здорово. Давайте посмотрим, что у нас новенького в кастомизации. У нас какие-то новые футболки. Давайте вот такую поставим. Также у нас есть новые штаны. Вот такие вот, да, темненькие. Ну, пускай будут. Внешний вид, новые прически, 3 миллиметра, вот такой вот эрокез, ну мы пока свою оставим. Новые татуировки на руке, на левой, на правой, ну татухи мы пока, ребят, трогать не будем, в принципе меня здесь все устраивает. Что еще у нас есть? Скорее всего новые бутсы, да? Так и есть, смотрим какие. Так, 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 какие-нибудь есть? Более такие сочные, ну понятно, серенькие. Вот такие вот Shadow Mod. И вот такие вот Поль Погба Predator 18+. Ну окей. Посмотрим сейчас по главным героям, не надо ли нам куда-то переключаться. За этим нужно следить. Да, пока мы за Алекса Хантера, у нас игра против Валенсии. Это первый матч футболки Реала. Ну и я надеюсь, что у нас он получится. Улучшайте отношения с каждым наставником до максимального значения, чтобы открыть уникальные испытания. После этого Алекс сможет сыграть один на один против наставника на следующей тренировке. Пройдите каждое испытание и докажите, что Алекс освоил навыки наставника. Нифига себе, прикольно. А наш наставник, тут у каждого есть, смотрите, с каждым. Марсело, вот у нас сейчас Иско включен, да? Тони Кросс, Варан, Марсело, характеристики. Ну, то есть, здесь уже, смотрите, здесь уже таланты открываются не просто прокачкой нашего игрока, а здесь именно нам нужно будет соревноваться и пробовать обыграть каждого. Это интересно, это интересно. Давайте, ребята, продолжать. Стадион Сантьяго Бернабео, лето 18-го года. И вот они, футболочки. А где же футболочка Алекса Хантера? Вон она, 29-й номер, рядом с Модричем. Долго мы к этому шли. Через вранье, через упорные тренировки, через травмы, восстановление... И вот мы как раз-таки оказались в мадридском Реале. Алекс, пойдем. Оставь их. Сейчас окажется, что мы на скамеечке начинаем. Новый игрок в центр. А, да ладно. Такие правила. А, мы сейчас будем разыгрывать. Тут Модрич сразу показывает к ноге, говорит, иди. Ага, и нам нужно поиграть в собачку, да? Как это? Сейчас вообще между нас пролетел мяч. Хорошо. А, я за всех играю.
Ну, Варан что-то вообще в центре потерялся. Мы хотя бы отнять смогли. Дебют за мадридский Реал. Мечты сбываются. Игра за наставника — это новый режим игры истории. Здесь вы можете управлять только Алексом Хантером или его наставниками. Другими игроками команды будет управлять компьютер. Но мы будем играть за Хантера, ребят. Нам не надо вот этих вот наставников. Дорогие тренеры, дайте Хантеру сыграть в этом туре. Он лучший. Спасибо. Удачи в дебютной игре за мадридский Реал. Удачи в первой игре за мадридский Реал, Алекс Хантер. Хантер, удачи тебе в первой матче за Реал. Твердо намерен проявить себя в матче с клубом Валенсия, Алекс Хантер, удачи в матче. У нас, кстати говоря, появилось одно задание — выполнить испытание наставников плюс 5000 подписчиков. Как я и сказал, мы пока на скамеечке. В этом нет ничего страшного, поскольку Хантер еще молодой игрок, нужно освоиться. И пока наше место вот здесь, вот рядом с Казимиром. Лукас Васкес здесь еще. Это Мариано Диас, по всей видимости, за Хантером сидит. И вот она, замена. Кто покидает поле? Нам нужно впечатлить шефа, нанести два момента, создать и, конечно, постараться выиграть. Карима Бензема мы меняем. Ну, приятно, приятно вместо Бензема выйти на футбольное поле. Мы пока выигрываем 1-0. И у нас 66-я минута. Вот как раз точечками показаны наши напарники. А, здесь был офсайд, обидно. Как-то Асенсио на левом фланге оказался. Хантер, вот сейчас, классно, на Гарта Бейла. Бейл, кати дальше. Хантер здорово разворачивается, бьет в дальний, штанга. А представьте, сейчас первым ударом по воротам Хантер бы забил. Гаррет Бейл снова на Хантера. Хантер! Как разыграли? Ну что за халтура, Асенсио? Гаррет Бейл шикарно пропустил. Нам лучше всего разыгрывать именно с теми, кто вот с точечками. Марсело, Тони Кросс, Модрич. Тогда у нас будет взаимоотношение улучшаться. А если мы разыгрываем с теми, кто во второй команде, то, как я понимаю, наоборот, оно ухудшается. Здесь был тоже офсайд. Здорово. Пас на Марсело. Марсело, ну же, в центр кати. Хантер, удар в дальний. Я не знаю, что с Хантером. Пока он как-то не в своей тарелке, ребята. Один удар закончился попаданием в штангу. Другой удар закончился вообще непонятно чем. Хантер, удар. Он снова не попадает. Ну что такое, Хантер? Очень странный заброс, непонятно куда, непонятно кому. И все, на этом матч закончен. Хоть мы и выиграли, но пока, ребята, у Хантера не все получается. Но отзывы тренера весьма пока неплохие. То есть пока вроде как выглядим неплохо. Мы говорим с Алексом Хантером, который дебютировал в форме мадридского Реала. Алекс, как ощущения? Еще с самого детства я мечтал играть за клуб Реал Мадрид. Хотел этого больше всего на свете. Вот такие чувства у меня были. Это мечта. Я счастлив. Просто на седьмом небе. Ваше волнение заметно, Алекс. И оно радует. Спасибо, что поговорили с нами. Вам спасибо. Всегда рад. До скорого. За счет того, ребята, что у нас показывают вот эти вот взаимоотношения с нашими партнерами, и за счет того, что, получается, теперь каждый играет как мини-викторина, где нужно думать, с кем отыграться, кому отдать передачу, тому или другому, становится иногда играть немножко странно. Поэтому ты концентрируешься больше не на игре, а именно на выполнении вот этих вот задач, на взаимоотношениях с футболистами на поле. Так, у нас появилась новая толстовка, у нас также появились, ребята, новые татуировки на руку. Что тут у нас открылось? Вот такая вот крутая девчонка. Окей, и что-то новенькое в форме. Давайте посмотрим, что у нас тут. Новые бутсы, вот такие вот и вот такие. И у нас сейчас рекомендуемое переключение на Дэнни Уильямса.
Но перед этим почитаем. Игра в Токио пока что одна из лучших моментов моей карьеры. Там знаю толк в игроках. Все думаю о Токио, Александр. Крутой турнир, какой город. Заслуженная победа. Наблюдать за игрой было очень интересно. Хантер отметился уже в дебютном матче за мадридский Реал. 3 очка в дебютном матче, Хантер, понеслась. А мы пока переключаемся на Дэнни Уильямса. А у Дэнни Уильямса свои задачи. И здесь нужно прийти на все тренировки без автоматического расчета. Заработать, по крайней мере, 6 очков в 3 первых играх АПЛ. Ну что, давайте смотреть. Дэнни, Дэнни Уильямс. У нас парочка коротких вопросов. Дэнни, во-первых, поздравляем с новым контрактом и новыми условиями. Спасибо. Отрадно видеть, что ценят того самого Уильямса. Да, но при всем при том, будете ли вы играть в стартовом составе в этом сезоне? Особенно в Лиге Чемпионов. Что ж, это тренеру решать, верно? Если честно, трудно представить, чтобы тренер, который держал вас в запасных большую часть прошлого сезона, вдруг поставил вас в состав на Лигу Чемпионов. Что ж, вот и поглядим. Я докажу, что они все неправы. Я подниму кубок Лиги Чемпионов над головой в конце сезона, и вы пожалеете, что сомневались в Уильямсе. Отлично сказано, Дэнни. Спасибо за интервью. Сегодня в программе удары из-за штрафной. Мощь! И я имею в виду так сильно, чтобы вратарь не смог взять, даже если дотянулся. Знаете, ребят, вот после этих слов как-то даже немножко стало не по себе, и что ты вроде как играешь за Хантера, но ты понимаешь в то же время, как Дэнни Уильямсу нужна эта победа в Лиге Чемпионов. И мне кажется, этот сезон будет очень тяжелым, поскольку здесь не противостояние двух врагов, как это было, например, да, в первых сезонах, когда мы обыгрывали, пытаясь доказать, что все-таки мы лучше, и какой-то там зазнайка, который надел корону себе на голову, не сможет нас остановить. А здесь два друга по разные стороны будут биться в одном и том же турнире, и каждый из них хочет его выиграть. Ну, мощно, мощно, ребята. Сюжет хороший получает. А теперь нам нужно аккуратненько попадать именно в те части ворот, которые показаны. Но это сделать будет непросто. Дэнни Уильямс не так хорош в дальних ударах. У него почему-то иногда мяч вообще не летит. Так, есть. Вот здесь аккуратно катнуть. Ладно, в штангу попали. Давайте вот здесь посильнее. Каркас ворот. Хотя бы забили, уже неплохо. 10 секунд еще. Надо цель сбивать. Да куда ж ты, Уильямс? Ну хотя бы на ранг Б. На этом все, господа. Но в качалку все равно заглянуть не помешает, да? Большая игра на этой неделе. Уильям в составе. Рада, что ты с нами. Лучший клиент Ринга футбольный менеджмент. Уильямс подписывает новый контракт с Челси. Поздравляю, Уильямс. Все смотрят за Уильямсом, и я в том числе. Уильямс, удачи тебе в матче против Манчестер Сити. Вот такой вот, ребят, соперник нас сейчас ждет, и мы вроде как попали в старт, или мы все-таки в запасе, непонятно. Мы точно так же, как и Алекс Хантер, начинаем с замены. Нам нужно впечатлить шефа, сделать 10 передач и постараться победить в матче. Ну хорошо, будем работать сейчас на поставленные задачи. Уильямс здорово развернулся, удар по воротам и гол! Вот так вот Дэнни Уильямс забивает гол, ребята, выйдя на замену. Он выводит Челси вперед. Я честно до последнего думал, что сейчас защита Сити схавает этот мяч вот здесь, когда мы прокинули. Не попал просто соперник по Уильямсу. Фернандиньо, по-моему, это был. Мы добрались до мяча и вколотили его под перекладину. Я не знаю, сколько передач мы пока сделали. Но хотя бы оценку набрали. Навешивай на дальнюю штангу. Подача есть.
Уильямс Дубль! Вот так вот, ребята! Ну, не знаю, такое чувство, что в матче с Реалом игра немножко нас подтапливала, а за Уильямса она, наоборот, дает показать себя. Как будто, знаете, этот третий сезон больше не в поддержку Хантера, а в поддержку Дэнни Уильямса. Ну и Уильям классный пас сделал, здесь нужно было только замыкать. 72-я минута. Ковачич покидает поле. Баркли выходит вместо него. А Уильямс уже оформляет дубль. А вот тут классно. Классно прокинули мяч на Уильяма. Удар в дальний. Добить! Какой был момент? Какой был момент еще у Канте? И снова на Уильяма. А вот отсюда, в дальний. Очень обидно. Как же классно, Дэнни Уильямс залетел в этот матч, у нас Эден Азар покидает поле. Ну, мне кажется, в Челси ему освоиться легче, чем Хантеру в мадридском Реале. Все-таки, будем честны, в Реале даже Эден Азар не заиграл. Так что не будем слишком сильно давить на Хантера. Ну же, дальше, 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 хорошо. Что творит сегодня Уильямс Футти? Забить! Канте все-таки делает гол. Канте, ребята, все-таки делает гол. Хоть и небольшой рикошет, но этот малыш Канте забивает. 2 минуты до конца, 4-1. И вот так вот выход Уильямса меняет игру. Ну как он здесь убрал соперника? Ну и Канте из-под ноги игрока Манчестер Сити забивает в дальний угол. 88-я минута. 4-1. Все, 2 добавленные минуты истекли. Это победа. И шикарный выход Уильямса на замену. Он делает дубль. Он усиливает атаку. И главное, что Челси обыгрывает Манчестер Сити. 14 передач. Выйти победителями из матча и получить оценку больше 7. Все выполнено. У нас есть какая-то новая персонализация. Давайте быстро посмотрим. Вот такая вот футболка. Давайте пока поставим ее новые джинсы. Такие, такие. В принципе, это нас не особо волнует. Снова новые татуировки. Вот здесь на руке, да? Давайте, пускай будет. Пускай будет. Футболисты обычно должны привлекать внимание. Пока одной татуировки хватит. Форма. Что у нас здесь? Еще новые бутсы, да? Но мне кажется, бутсы пока у Уильямса отличные. И менять их не стоит. Кто пишет в соцсетях? Уильямс Футти, ты когда в гости приедешь? Тут классно, только жарко. Круто же было в Токио, Уильям. Жаль, что ты с нами с Алексом не пошел. Это был крутейший вечер. Но он же догонял их. Уильямс, в приличной форме, продолжай в том же духе. Челси побеждает. Уильямс провел хороший матч. Уильямс вышел, чтобы завершить матч против клуба Манчестер Сити со счетом 1-4. Эй, Уильямс, забивай еще, спасибо. Спасибо, с уважением, довольный Болело. Ну что ж, ребят, довольно интересно закручивается сюжет. Я надеюсь, вам нравится. Поддержите видосик своим лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.